Сейчас мы собрались на ужин. Ну, пока вот перед ужином решили пройтись, прогуляться и поснимать. Вот такой вот Кремль. Здесь кафешка. Все фотографируются, ну, бассейн, в общем, где фотографироваться. Здесь очень много мест, где можно сфотографироваться красиво. Дима! Давно я, Димочка, не занимался спасательными работами. Чувствую, Дима, ты не предстоит. Ноги не мочи, пожалуйста, да? Ладно? Ну давай, прыгай, Дима, я тебя спасу. Дедушка, не учи нехорошему, внука. Не учи нехорошему. Я чувствую, рвется. Дима, не надо. И ножки не мочи. Сейчас же мы пойдем ужинать, да? Дима рвется в глубину, это называется картина. Масло. В ресторан не пустят с сырыми ногами. Ясно тебе? Глубоко там. 2 метра и 5 сантиметров. Глубоко. Видишь, надо руки мочить. А там хлорка уже, там уже все. Ну, вообще-то нет, еще рано. Тут, наверное, да, 8 часов начинают где-то хлорировать воду. Дима, сейчас утонет машинка, и мы уже ее не достанем. Дедушка прыгать не будет в бассейн, чтобы тебе... Дим, сейчас нам весь намочишься. Ну, Дима. Так, вот здесь вот огромные горки. Мы в бассейнах не купаемся. Ходим всегда на море. Ну вот, вам показать. Здесь бассейн, здесь такие горки, кто любит. В 10 включается вода. И вот такие горки. Детская площадка. Еще одна. Есть на пляже, есть вот здесь. Лен, дай мне карточку.